Международный день семьи в мае отмечает весь мир, и Ставрополь никогда не остается в стороне. Уже 16 лет подряд в этот день в городе проходит творческий фестиваль «Моя семья, мое богатство». Он объединяет десятки семей, которые занимаются танцами, вокалом и театром. Лучшие из них выступают на сцене Дворца детского творчества, а жюри из представителей администрации города и представителей культуры и искусства выбирают победителя. Вы заложили хорошую традицию для города Ставрополя в этой части. В части семейного творчества, в части укрепления семьи, расцвета семьи. Вы показываете пример, что можно делать родителям, детям, в части вот, показать, раскрыть свои таланты. Слово «семья» недаром состоит из «семья». Это то место, где нас любят, ценят, ждут. Я хочу от всей души пожелать всем вам, всем нам, чтобы тепло семейного очага всегда обогревало нас во все времена, во все дни. За право называться самой творческой семьей боролись 11 команд. Большинство пытались покорить жюри совместными вокальными исполнениями музыкальных композиций. Некоторые поставили целые танцевальные шоу. А вот семья Савранчук и Алексеевы пробовали одержать победу театральными постановками, актерской игрой и сценическим мастерством. Все участники получили дипломы и призы. Алексей Кравченко, Максим Квитковский, АТВ Ставрополь.